Губернатор Краснодарского края в Твиттере уже прокомментировал произошедшее и назвал ситуацию для Сочи некритичной. Перенос бобслейного чемпионата для Сочи лишь повод принять больше зимних туристов. Сезон будет отличный, да и сохраненные средства краю и стране есть куда направить. Целей много, направлений для развития тоже. Не критично. А мы в любом случае рады иностранным спортсменам и другим гостям наших курортов. Снаряжение в аренду в Красной Поляне всегда есть. Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля.